Уже традиционный международный фестиваль медиаискусства НУР стартовал в минувшие выходные. С 24 по 26 мая казанцы и гости города смогли увидеть аудиовизуальные инсталляции в четвертый раз, а также бесплатно посетить лекции по медиаискусству и мультимедийным технологиям. А как все это было? Смотрите дальше. НУР – масштабный фестиваль, который базируется в Казани, объединяет медиахудожников, музыкантов и перформеров со всего мира. Талантливые ребята, которые стремятся показать свое творчество миру, создали арт-объекты, медиаинсталляции и аудиовизуальные перформансы. Фестиваль занимал более 10 локаций, включая исторические объекты, парки и секретные площадки. НУР традиционно взаимодействует с культурным и историческим контекстом территории с помощью новых технологий, создавая на привычных казанцам местах новую уникальную реальность. В этом году не обошлось без нововведений. Фестиваль впервые состоялся в мае, и в новых условиях организаторы вышли за пределы центра Казани. Программа мероприятия была разделена на три части. В основной программе аудиовизуальные инсталляции от медиахудожников по всей Казани. В этом году впервые фестиваль захватил такие локации, как особняк Демидова и швейная фабрика «Адонис». Музыкальные выступления артистов проходили и в торговом развлекательном центре «Мега Казань». Если бы все виды искусства объединились, то они бы вместе создали медиаискусство. Как раз таки фестиваль поэтому нравится и всем любителям, и искусства, и обывателям, потому что каждый в этом находит что-то свое. Это сильно отличается от всего другого формата мероприятий, поэтому как для ребенка, так и для искушенного зрителя точно есть на что посмотреть. Помимо аудиовизуальных инсталляций и музыкальных номеров, всех посетителей ждала образовательная программа, которая включала в себя разнообразие мультимедийных тем. Организаторам удалось не только объединить музыкантов и танцоров, медиахудожников и театралов, специалистов в области проекционных и цифровых технологий и хореографов, но и придумать новый, уникальный для нашей страны формат и преобразить архитектурный облик города и городскую среду. Мы гости из Москвы. Очень долго ждали вообще этого фестиваля. Еще в прошлом году мы узнали о существовании, но, к сожалению, не получалось приехать. И вот, наконец, мы в гостях у вас. Это наша вторая инсталляция. Мы были еще в Ахмедии. Здесь нам понравилось больше. На самом деле, невероятно. Очень нравится, что это именно в Казани проходят такие прям... Я знаю, что недавно НУР появился, в 2021 вроде бы, и уже есть какой-то бренд, и в других городах даже НУР свои инсталляции показывает. Первый НУР состоялся в 2021 году и был по-настоящему новаторским событием в культурно-фестивальной жизни Казани и России в целом. Отметим, что организатором фестиваля является мультимедийная студия Formate. Также в этом году информационным партнером выступил наш телеканал «Универ ТВ». Аделина Абдрахманова, Тимур Табаров, «Универ Новости».